Для тех монад, с которыми мы в последнее время работаем, мы всегда задавали некоторый стандартный интерфейс. Например, для монады Reader в качестве интерфейса мы задавали функцию Ask. Это была главная функция, которая позволяла удобно работать с окружением. Она позволяла нам обращаться к окружению, которое у нас было. Для монады Writer основная функция была Tell. Монада Writer, ее основной эффект заключается в том, что она записывает некоторые значения в лог. Функция Tell как раз отвечала за эту деятельность. Какой же удобный интерфейс для работы с состоянием? У нас есть некоторая цепочка вычислений. Неявно на заднем плане у нас происходят какие-то изменения состояния. Очевидно, нам нужны основные функции, похожие на функции ask и tell. Нам нужно каким-то образом получать состояние, текущее значение состояния в процессе вычислений. И наоборот, вторая идея заключается в том, что мы должны уметь перезаписать это самое состояние. Для этого служат функции get и put, которые представляют собой как раз стандартный интерфейс для монады state. Давайте посмотрим, как они реализованы. Первая из этих двух функций, get, очень похожа на функцию ask из Reader. Она делает следующее. Она берет и, не изменяя состояние, посмотрите, у меня состояние здесь, и состояние здесь одно и то же. Не изменяя состояние, она выводит это состояние в качестве возвращаемого значения. То есть у нас получается, что результирующий state это state s, а в качестве возвращаемого значения тот же самый тип s и то же значение, которое сейчас присутствует. То есть она из цепочки передачи, в цепочке передачи состояния, она состояние не меняет, но возвращает его в то место, где мы с ним можем работать, как с результатом текущей инструкции в монадических вычислениях. Ну, давайте запустим get для того, чтобы запустить вычисление в монаде состояния, а gate это вычисление в монаде состояния. Давайте мы напишем run state, функцию, запускающую соответствующее вычисление. Дальше мы пишем монаду состояния, это get. И дальше мы должны передать в runState некоторое инициализирующее значение. Ну, давайте передадим туда пятерку. Посмотрите, что у меня получилось. Ну, ничего неожиданного у меня не получилось. У меня возвратилась пара. А второй элемент – это текущее значение состояния. А возвращаемым значением функции get служит как раз это самое текущее значение состояния, просто поэтому эта пятерка записалась сюда, в первый элемент пары. То есть runState для get, он просто удваивает это значение, в состояние у нас 5 и возвращаемое значение 5. Вторая функция put, она похожа на tell. Функция put делает следующее. Она, во-первых, ничего интересного нам не возвращает, потому что функция put должна изменить состояние, а по значению она ничего толкового делать не должна. А вот состояние она записывает, она принимает аргумент, совпадающий по типу с состоянием, и записывает этот переданный аргумент вместо состояния, перезатирая предыдущее значение состояния. То есть, ну, функция put, как любая запись в изменяемую ячейку, ровно так и делает. Старое значение в этой ячейке, оно уничтожается. Таким образом, функция put принимает один аргумент st, и мы делаем следующее. Мы, во-первых, не интересуемся предыдущим состоянием, потому что мы его все равно затрем. Записываем в элемент пары, который отвечает за хранение состояния, аргумент, который передан функции put. Возвращаемым значением этой инструкции служит unit type. Ну и все это упаковано в конструктор данных state. Таким образом, put просто перезаписывает имеющееся состояние. Если мы запустим с помощью runState, на этот раз мы нашу монаду вызовем put, но put это не совсем монада, это стрелка клейсли в монаде state. Мы должны передать некоторый аргумент туда, что, чем мы хотим перезаписать состояние. И запустим это вычисление, по-прежнему инициализируя состояние значением 5. Мы получим следующий результат. Состояние у нас изменилось, значение 5 затерлось значением 7,
Ну, а возвращаемое значение здесь неинтересное, потому что инструкция put по типу возвращает нам unit type. То есть put выполнила свою работу в полном соответствии с тем, как она описана. Давайте теперь рассмотрим пример, в котором put и get используются одновременно. Это функция tick, которая осуществляет в monad state некоторое вычисление над состоянием, имеющим тип целого числа, и возвращает тоже целое число. Tick работает как один из двух инкрементов в языке C++. Она делает следующее. Она, функция tick увеличивает состояние state на единицу, а возвращает предыдущее значение в этом состоянии. Давайте посмотрим, каким образом это организовано. Итак, у нас есть некоторая функция tick, которая сначала вызывает get. Ну, естественно, у нас монадическое вычисление, поэтому мы используем do-нотацию. Сначала вызывается get. Get обращается к текущему значению состояния. В нашем случае оно будет обращаться к значению, которым наша монада инициализирована. То есть мы, как вы помните, мы всегда запускаем run state с инициализатором для состояния. То есть возвращается текущее значение, вынимается из вызова функции get значение n. Дальше значение n прибавляется единица. Собственно, в этом заключается tick. Происходит увеличение на единицу. И это значение передается в качестве аргумента функции put. Теперь у нас получается, что в переменной n в нашем вычислении хранится предыдущее значение, в put хранится значение, увеличенное на единицу, и мы возвращаем предыдущее значение, то есть n упаковываем в monado state, и поэтому у нас возвращаемое значение имеет тип int. Возвращаемое значение всегда совпадает по типу с последней инструкцией. Если бы мы не написали здесь return n, то у нас возвращаемое значение было бы unit type. Вот такая вот программа возвращала бы нам unit type вместо int. Ну, давайте посмотрим, как работает tick. Давайте мы запустим run state на этом самом tick. Ну, естественно, мы должны чем-то инициализировать. Вот мы запускаем tick и передаем туда значение 5. И вот вы видите, что у нас значением тика является 5, возвращаемым значением, а состояние увеличилось на единицу и стало шестеркой. То есть мы получаем предыдущее значение в качестве возвращаемого значения первого элемента, и состояние, которое хранится, это 6. Есть еще целый ряд функций, которые являются вспомогательными. Put и get — это основной интерфейс state, но иногда удобнее пользоваться другими функциями. Следующая функция — это функция modify. Функция modify не записывает в качестве состояния какое-то значение, а просто модифицирует состояние. То есть мы берем функцию из s в s, где s — это тип состояния, и берем, возвращаем некоторое вычисление, к которому, к имеющемуся состоянию, применена вот эта вот функция. Мы можем написать код функции modify вот таким вот явным образом. То есть что здесь происходит? Мы должны внутри контейнера state положить функцию, которая принимает состояние и возвращает пару из значения и состояния. Со значением все понятно, значение здесь по типу неинтересное, unit type, мы здесь указываем значение этого типа. А состояние меняется каким образом? В качестве аргумента передается некоторая функция f, и наша лямбда принимает некоторое состояние, а возвращает пару из unit type и этого состояния обработанная функция f. Таким образом, функция modify позволяет нам изменять состояние с помощью некоторой функции. Мы можем написать код функции modify и по-другому, потому что примитивов get и put вполне достаточно для того, чтобы описать вычисление. Ну, давайте это сделаем, перепишем modify, закомментируем эту строчку и напишем, во-первых, do, что мы должны сделать в рамках нашей программы. Во-первых, мы должны считать старое значение состояния.
Ну, давайте так и напишем. Напишем S. Функция get как раз отвечает за то, чтобы получить состояние. Дальше что мы должны сделать? Дальше мы можем вызвать функцию. Дальше мы можем вызвать функцию put. Но функцию put мы должны передать уже измененное состояние. У нас есть еще функция, которой мы не воспользовались. Но тут как раз самое время применить функцию f к этому состоянию s. Вот теперь мы получаем измененное состояние. Никаких дополнительных ретернов здесь писать не надо, потому что функция put по значению как раз возвращает то, что нам нужно. Unit type. Поэтому вот, такая вот такой вот код тоже реализует функцию modify, ну, совершенно таким же образом, как и наш предыдущий код. Ну, давайте сохраним и запустим некоторое вычисление в Monadic State. Здесь мы должны использовать функцию modify. Modify представляет собой стрелку к лейсли. Modify мы должны передать в качестве аргумента функцию. Ну, давайте передадим, скажем, возведение в квадрат. Modify возведение в квадрат. И теперь должны еще для того, чтобы запустить вычисление в монаде состояния, мы должны передать туда инициализирующее значение. Итак, запускаем вычисление. Получаем в состоянии 25. Ну, а возвращаем значение, естественно, unit type, как и обещал нам функция modify.